До конца лета в торговом центре «Метро» дни открытых дверей. Покупатели ждут более 35 тысяч товаров высочайшего качества. Среди них продукты питания, непродовольственные товары и даже профессиональное оборудование. В работе применяются европейские стандарты качества и индивидуальный подход. В огромном ассортименте клиентов всегда готовы сориентировать компетентные продавцы. Я бы хотела на выходные отправиться на шашлыки. Что бы вы могли порекомендовать? Можно выбрать шашлыки в любой заливочке и мясо как бы любого ассортимента. Начиная от лопаточки, шейки, куриные шашлыки, колбаски. То есть выбор очень огромный. Ну, есть вот говяжьи шашлычки, сделанные из мраморной говядины, с прожилочками жировыми. То есть он будет очень сочный, очень вкусный. В торговом центре «Метро» представлен широкий выбор заготовок для шашлыка, как от ведущих мировых брендов, так и собственного производства. При этом посетителям предлагается любой вид маринада. Дополнит стол на пикнике овощи, которые можно подавать как свежими, так и обжарить на гриле. Здесь можно найти как традиционные ягоды и фрукты, без которых не обходится ни один стол, так и экзотические. Они удивят даже самых требовательных гурманов. Стоит отметить, что в торговом центре «Метро» широкий ассортимент рыбной продукции. Свежая и охлажденная, копченая и слабосоленая, красная, сибас, дорадо, а также большой выбор устриц и живых раков. Действует собственное производство. Большой популярностью пользуются полуфабрикаты из лосося, которые делаются ежедневно. Лосось должен быть светло-розового до ярко-красного цвета, с белыми прожилками. Стейк определяется качеством, главное, чтобы кости не отходили от филе. В торговом центре «Метро» большой выбор молочной продукции и мороженого. Они хранятся в современных закрытых холодильниках, что обеспечивает лучшую сохранность продуктов. Приятные сюрпризы «Метро» приготовила для дачников. В торговом центре большой выбор садовой мебели. Гамаки, стулья, подвесные кресла, столики и, конечно, мангалы. Представлены как бюджетные, так и премиум-варианты. Стоит отметить, что ассортимент торгового центра «Метро» оптимизирован под нужды владельцев магазинов у дома, ресторанов, кафе и столовых, а также офисов и предприятий. Однако низкие цены и богатый выбор станут приятным подарком и для обычных покупателей. Ведь в торговом центре «Метро» опт начинается от 3. Напомним, что торговый центр «Метро» находится по адресу Московское шоссе, дом 25. Гостей ждут с 6 утра до 11 вечера. До конца лета в «Метро» дни открытых дверей. А персональную карту можно получить бесплатно. Оформите ее на стойке информации или не выходя из дома с помощью мобильного приложения. Здесь же представлен весь ассортимент товаров. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».